Приветствую всех, друзья. Сегодня вот решил заснять сегодняшний день, так как у меня сегодня день рождения. Мы сейчас с женой заедем в храм. Сперва поставлю свечку ангелу-хранителю. Ну, потом заедем в мясной ресторанчик, возьмем вкусного всякого мяса и тому подобное. Ну и поедем на горное озеро Амут. Это в сторону Горного, за Горным туда. Ну, в общем, там очень красиво, так что кто начал смотреть, не выключайте, досмотрите до конца. Думаю, вам понравится. Вот, друзья. Что, туда будем ставить к празднику? Ангелу. Друзья, мы зашли в храм. Вот, друзья, смотрите, как это наш храм первостроителей. Смотрите, как тут красиво. Все в цвету. Ну ладно, а то они ругаются почему-то. Ну вот, друзья, приехали мы. Вон. Это у нас мясной ресторанчик. Кафе. Вкусно тут они готовят. Сейчас вот тут прикупим и развернемся и поедем. Поедем на горное озеро, как я уже говорил. Погода, смотрите, как распогаживается. Обещали ливневые дожди, и вроде как пронесло. Друзья, прошу прощения за то, что говорил вам, что поедем на горное озеро, это на Амуте. Не получилось, передумали мы туда ехать. Мы поедем, короче, на верхнюю Экой. Там у нас, короче, на берег речки нашей Амур. Поедем туда. Раскроем багажник, достанем мясо и будем пировать. Вдвоем с женой. Ну ладно. Это вот мы сейчас проехали Мылковский мост. Озеро Мылки, потоки тут всякие. А это вот трасса начинается на Хабаровск. День города у нас и день России.
на Экань. Смотрите, тут какая красотища. А на Амут, ребята, в другой раз съездим. Там дорога плохая. Туда, если ехать, нужно выезжать раньше, чтобы вернуться со светлого. И там клещей много сейчас. Мы сейчас и на Экане неплохо день рождения отметим. День России. День города, нашему городу сегодня тоже. Сереже 46, городу 88. Да, Сережа? Ты муж. А Вишулька друг мой, он меня везде. Он даже, вот представь, с дачи привез с таким больным колесом. И надо же, вот как, надоумил же меня кто-то на колесо. Посмотри, посмотри на колесо, что у тебя творится. А ты ездишь, даже не глянешь. Родителей привезла. Это вот молодец какой, довез нас. Не лопнуло колесо. Мы с тобой ездили в Селедино на такой скорости, 120. О, как красиво, да? Смотри, спуск вообще такой. Вообще красиво. Друзья, смотрите, смотрите, какая красота. Спуск, а вверх идут сопки. Блин, вот где действительно тайга такая, непролазная. Да, человек везде уже успел напакостить. Но все равно... Не везде такое увидишь. Сереж, что-то как-то жарковато. У нас случайно печка не включена? Нет. Так жарковато, солнце вылезло. Да хорошо, видишь. Знаешь, ты у меня очень хороший человек. Почему? Ну потому что погода, смотри, какая на твой день рождения. Вообще ливень обещали сегодня. И 17 градусов, как вот вчера погода была, такую же на сегодня обещаю. А посмотри, как все распогодилось, какая красота. Нашла хорошего человека. Ну а почему? А что ты плохой человек? А что вы мне хороший? Да, хороший ты человек, нормально. Не пьешь, не куришь, заботишься обо всех. А что? Это разве плохо? Все, сейчас, друзья, будем заезжать. Это деревня или поселок? Это деревня, считается. Верхняя Экань, это поселок, по-моему. Поселок, вот ты проехала. Да, а мы с другой стороны заедем. Там, в принципе, сейчас можно. А с другой стороны сижу? Заедем. Там сейчас спуск будет прямо и прям до самого этого. Амура. Нет, мне кажется, это не поселок, это деревня. Ну, деревня вернее. Потому что поселок, тут нету ни одного дома. Нет, нет, дальше. Дальше. Как у них здесь пахнет? А что дальше-то, где тут? Ну вот, вот. Да. Вон коровки. А и туда мы поедем? Как смотрят они, коровки. Так, приехали тут. Ага.
Ты чего нас так пугаешь? Она привязанная. Она бодаться будет, смотри еще. Может, зад поедем? Поехали. Вперед? Ну да. Я боюсь, если... Да ты быстрее езжай, да и все. Вот сучка какая. Что, боднула? Не, хотела. Ой, засранка. Вот сейчас будет поворот направо. Выскочила, видала как? Я думал, ага. Это бык. А может, это и бычок, нет, и нет, корова? Нет, там вымя было. Сейчас направо. Храпая. Улица храпая. Сразу напугала. А мы же с тобой были тогда, помнишь, на Новом мире-то, когда коровы хлеб у нас сожрали? На Спасево, по-моему. На Шарахандье. Ну да. На протойке, да. Они стадом. Сейчас прямо едем, да? Да. Да и съели и на здоровье. Забор, как он жалкий. Ну, я только хотела сказать. Этот кирпич, он дорогой, гадство. Он считается типа как декоративный. Ну вот, другими улицами вас прокатили, не зря я проехала. Смотри, как красиво, смотри, какие елочки. В огороде у кого-то, смотри, какая красота. Аж три штуки в ряд стоят. А вот каменный, кирпичный дом. Ну, и смотри, какие три эти. Смотри. Сейчас, по-моему, нам вправо уходить дорога. Да, вон она, пушка. Сейчас направо, потом налево. Приостановись вон там, вот. Вот, смотрите, друзья. Пойду я засниму. Давай. Маленько вот так бы отъехала, да ты, в принципе, никому не мешаешь. Никому не мешаю. Так, пойдемте, друзья. Глянем. О. Видите, у них тут в деревне люди помнят. Это вот имена людей, которые воевали, погибли. Никто не забыт, ничто не забыто. Вот так вот, друзья, даже в деревнях чтут люди память о наших дедах, прадедах, бабушках, прабабушках, царство им всем небесное, за ихнюю храбрость, доблесть, за жертву, которую принесли для нас. Ну смотри, только не обманывай меня, а то пойдешь пешком. Тем более сегодня выходной, праздничный день. Мы в это время уже будем дома. Да, десятку ты не дождешься. Вот, смотрите, друзья, это река, да? Амур. Все.
Все, давай, без 10:07 я у тебя, давай, все. Мне так... Ну все, давай, хорошо. Смотрите, тогда какая речка. Смотри, в понедельник я тогда за тобой приеду. А сегодня что, не надо? А, понятно. Все, понятно. Вот сопочка. А, ну потом тогда, тогда потом звякнешь. Все, ну смотри. Ну все, давай, смотри мне. Все, давай, давай, ага. Нет, что? Говорит, Анютка ее заберет. Ну, может, заберет, правда. И мы их за то, что они для нас делают, на себе должны таскать. Не то, что на машине возить, а на себе, на горбу везти. Потому что, когда мы в них нуждаемся, они всегда безотказно помогают. Вон рыбаки сидят, смотрите, пацанва, вон маленькие пацанчики, молодцы, с батей вон, наверное. А нет, это... Ты не, не пацанчики, ты с мамой пацан сидишь. Пацанчики. Слушай, а Амур прибыл, что ли? Конечно, прибыл. Дальше проедем или здесь будем? Ну давай дальше проедем. Смотрите, какая сопонька. Ромашки, смотри, какие беленькие. Туда, за холм, да? Поехали, поехали. Уже вон шашлыки жарят. Друзья, смотрите, вот это рыбаки ловили рыбу. Но сегодня что-то мало, видать, еще люди на работе. К вечеру понаприезжают. Да какая работа сегодня, выходной у всех. Сейчас все отдыхают 3 дня. Ветер тут такой. Смотрите, друзья, какая красотища. Сейчас там найдем такое местечко более-менее.
люди прям семьями рыбачат. А вон какая-то баржа, да, стоит? Угу. А она, видать, грунт собирает со дна Амура. Песок. Смотрите, друзья, какая красота. Там стоят. Точно стоят. Точно сюда. Ну, давай дальше тогда из-за них там поедем. Блин, красота. Красиво. Что-то мы сегодня, точно, друзья. Это не шучу, это мужик сидит. Сидит рыбач. Блин, как же все так красиво, так все сделано. Божья благодать. Смотрите, друзья, на ветру, как Амур волнует, волны какие. Да, ближе к той скале поехали, да? Смотрите, какие волны. Во всем есть своя красота. Даже в волнах и то есть красота. Надеюсь, вы тоже ее зрите. Четырехдверный он. Ну это не раф, это русыш какой-то. А он желтый раф 4. Бабулька сидит. И нафиг они нужны, эти всякие рестораны, сидеть в этой духоте. Вот где сейчас мы присядем, миска и тому подобное. Да ну здесь, где ты хочешь, тут машины нет. В общем, сейчас придумаю вот это. Стейк с ресторановский. Вкусный? Mm. Помидорочки. В общем, начинаем пировать. Угу. А тебе сейчас вот это. Стейк вообще вкусный. Свинина. Угу. А помидорки с оливковым маслом, ты же вообще обалдеть. А ветерина разбушевался. Тебе не холодно? Хорошо, что я не стала помидоры жарить. Да?
кафе. Все вот неплохо, только вот не ты еще. Да нормально, что тебе ветер сдувает? Нормально. Хочешь, дядь? Что-то помидорки вот тут не ешь. Масло полезное, оливковое, оно теперь уже очень дорогое, масло. Курица. Филешка. Это филешка. Надеюсь, друзья, нагнал на вас аппетит, и вы сейчас плотно и вкусно очень покушаете. На здоровье. Это хорошо, когда человек плотно, вкусно покушает, с аппетитом. Помидорки, видите, они с оливковым маслом, аж тает во рту все. Непередаваемое ощущение, друзья. Просто непередаваемое. А булочки какие вкусные, да? Они всегда сами вкусные. Да. Все. Пожалуйста. Светочка, я все, пас. Я потом, ну если переем, потом задыхаться буду. Наелся, молодец. Этот кусок дома сидим на ужин. Подогрели. Что смеешься? Нет? Сидим. Вот бы помоложе полазил бы. Вон цветочки. Светки бы сорвал. Но он такой слаб. Не полез. Да калечусь. Ну вот, друзья, перекусили. Сидим, ждем, сейчас должен отец подъехать. На пир. Тоже машину взял, позвонил, он дома был. Говорит, сейчас я подъеду. Короче, сходка эконская. Смотри, как он разбушевался. Какой красивый. Как и скалистая такая это. А вот интересно, ну вот он не сможет ими пользоваться без такого, ну без телефона. Да пускай, наоборот, хорошо, я думаю, разгонит эти вот тучи. Видишь, он как разогнал. Я так что-то, ну, аж расстроился, что дождь, думал, сегодня будет. И утром встали, такая пасмурная была.
Видишь, в храм с тобой съездили, Боженьку порадовали, скажет, наконец-то опять пришли. А я тебя... Давай тогда вместе, Сережа, уже закончим наш день. Мы сейчас отца привезем, потом поедем в Хатуас съездим, купим все. Давай? Или что? Нарезочку. Вечером все равно поужинать захочем, а так я нарезочку сделаю. А что нам, ну и завтра с утра или когда ты заедешь, да купишь? А вечером, если ты захочешь, что будешь есть? Да я не захочу есть. Да уж, конечно, время там 3 торт, часа. Там торт есть. Там это толчонка есть у нас, толчонка с мясом. Что захочу есть. А потом опять как попало придется ставить машину. Опять недовольны. Какая ты вредная баба. Вот, друзья, сделал себе подарок. Часы. Как они называются? Смарт-часы, короче. Шаги, пульс, давление, ну вот такая всякая, сколько калорий сжег, ну, короче, все такое. Ну, мне так, по приколу. Классный сегодня день. Да, Светоч? Круто, да, такая скала. Угу. А представляешь, если она сейчас как начнет осыпаться? Да, ну, да, она сколько лет уже стоит. Сколько тысяч лет, ты хотела сказать? Да каких ты, 88 лет только Комсомольск. А при чем здесь скала и Комсомольск? Где взаимосвязь? А она что, ты хочешь сказать, что она выросла, когда Комсомольск поставили, что ли? Она-то уже несколько тысяч лет тут стоит. Да ну не наговоришь. Ну почему? Ты чё? Там даже вот смотри, кто-то залез, написал. Кто-то. Да был бы я молодой, я бы тоже залез бы, написал. Ой, это старый. Света, я тебя люблю. Ага, 90 лет. Друзья, кто бы из вас вот на эту скалу залез? Дураков нет. Сюда, чтобы залезть, надо это. Спускался. Может, просто ты, видать, сверху веревкой. Ну, я тебе говорю, сверху спускались. Но здесь подняться нереально, я тебе говорю, без этого снаряжения альпиниста. Да спокойно, смотри, какие тут выступы. Молодому... Ой, ты... Замолчи, Сергей. Да нереально здесь забраться, нереально, я тебе говорю. Ну, ноги тебе есть куда, а руками за что цепляться будешь? За воздух? Вот даже если подойти вон туда и полезть, а вот как? Я даже не представляю. А кто-то залез, мне кто-то же написал. А что написано? Не знаю, не пойму. Какой-то потоп. Последнее слово «поток». В Ахра. А, ну, может, это когда вот в 2014-м, ой, 13-м топило. Да ну ты что, Амур поднялся до такой степени, ты что? 6 метров. Он 9 метров подымался. Да. А 9 метров как раз вот где-то вот так и есть. Девятиэтажный дом, 25 метров высота. Ну вот, друзья, возвращаемся мы назад. Впереди нас отец едет. Тут взволнованный Амур, недовольный.
что мы сваливаем. Вон впереди батя на отдыхе едет. Какое-то другое место нам хочет показать. Затишье там. Ветер сильный, сидеть неприятно. Аж сдувает. От волн аж вода пенится. Он там проедет. Это он с женой? Там кореец. Да, Лидия Анатольевна, директриса. Она что, не поздоровалась? Да? Она не поняла, наверное. Она до этого пропустила. Сейчас будем в деревню заезжать. Ой, чудо, я как-то объелся. Нет? Ты не объелась? Да, нормально. Аж спать охота. Не надо спать, ты спишь. Когда объешься, сон кроник. Пузо вытягивает кожу, глаза закрываются, кожи не хватает. Не, тут так деревенька хорошая, и недалеко от города, да, вот так по идее. Можно в городе даже работать. Да, понятно. Не знаю. Да где коровы? А ты что, очкуешь? Детская площадочка. Я не знаю, что он так-то поехал. Надо было там ехать. Храпает. Что название такое, да? Храпай, храпая, как правильно. Баба ездит за рулем на этой сразу стразах с оплеткой. Уже картошка вылазит.
Опять корова! Ой, да бешеная корова! Ты что, она бешеная, нормально? Привязанная! Мой тебе бычок стоит. А, он уже вокруг столба позапутался. Ну для чего до нее привязали? Ну чтоб не убежала, видать, убегает. Ну не просто ж так привязывают. Бешеная потом. Значит, наверное, любит шарахаться, гулять и гулеванить. Они ее привязывают. По деревне. А потом детей приносят. Телят. Шалава, короче, не корова. Да. А что он здесь? Здесь хочется? Да прям. Ну, как сверху. Всю деревню видно. Тут сильно тоже быстро. Тут дети эти. Где ты видишь? Здесь. Пока нет на берегу. Синие глаза, озера и поля. Хорошо. У нас дороги красивые, да, такие? Что-то у нас... Ну, пыль попала в колодку, видать. Или камушек какой-то. Или свист. А может, и камень. Погнал, погнал. А мы когда с тобой меняли колодки? Года три назад? Ну, когда эту всю меняли, ходовку. Когда эти меняли, как подшипник-то, когда этот нам изгадил. Мы все думали, суппорт стучит. Мы и суппорта поменяли, и колодки поменяли. 3 или 4 года. Все мы меняли с тобой. Все набьё. Он нам поворот показывает. Благодаря этому предупреждению, Серёжа. Здесь тоже где-то отдаём. Ну тут ламур. О, как птичка чирикнула. Тебе обрадовалась? Да. Да, скажет, о, какие люди в Голливуде. Раз-раз и ты крался, раз-раз и погнал. Папа. А здесь практически ветра нет, видишь? Пустряк. Там сейчас такое, как будет мыс, вот где он стал. Там такая красотища. А мы куда? Да вон туда дальше встань. Да. Подожди. О, друзья, смотрите, сверху какая красота. Ух. Батя штатив достает. Красиво.
красиво как. А вон вдалеке речка Амур. Ну вот, друзья, едем домой. Такой выезд, да, хреново? Угу. Можно выехать. Поехали, поехали. Грязь на колесах, ты же выезжала. Разворачивалась, там же глина это. Все. Приехали, потихоньку выезжай. Приехали с прогулки. Сейчас будем парковаться и домой отдыхать. С отдыха отдыхать. Да, отдыхать от отдыха. Тоже парк строителей. У бати это, да? Ну, штучка для, ну, для фотоаппарата. А, ну. Тренога. Штатив. Не тепля. Но. Он за Карибом. Да, я туда и еду. Ну ладно, друзья мои, на этом буду заканчивать. Не забывайте там про лайки, шмайки всякие, ну и тому подобное. Всем спасибо за то, что были со мной, за ваши просмотры. До скорых встреч, друзья. Пока-пока.